Здравствуйте. От меня и Шлюмбергеры. Новогодние пожелания. 30 декабря. Завтра ночью поменяется год. У кого-то раньше, у кого-то позже. У кого год был плохим, я желаю, чтобы следующий год был только хорошим. У кого был хорошим, желаю, чтобы он был еще лучше. Спасибо вам большое, что вы со мной столько лет. Ну и спасибо тем, кто со мной недавно. Шлюмбергера. Очень легкое растение. Декабрист. Растет очень легко и просто. Несколько требований, которые у него есть, я их выполняю. Вот сейчас зимой очень яркое местоположение, свет хороший. Поливать продолжаю, несмотря на то, что зима, и вроде бы это кактус древесный. Летом в тени находится, в приличной тени. И опять же поливается. Пересаживаю, в принципе, каждый год. Удобрения не даю. Его достаточно в новом грунте. Грунт легко просыхающий. Вы спрашиваете меня, какой грунт использую. Я живу в Греции, если кто-то не знает, и у нас совсем другие марки грунта. Весной я буду его пересаживать, ее, вернее, шлюмбергеру, в один большой-большой горшок, потому что так в длину она мне очень неудобна. Вот, в принципе, и все. Да, температурный режим. Летом она спокойно выдерживает наши 40 и выше, а зимой держу ее, ну, до довольно-таки прохладных условий. Плюс 10, плюс 8, плюс 7. Ну, конечно, когда зацветает, заношу в более теплое место. И когда уже большие бутоны, тоже заношу, чтобы не сбросила. Вот, вроде бы, и все. Спасибо. Чтобы все у всех было хорошо.